Оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения теперь можно будет на месте. Но только при наличии банковской карты. В Красноярском полку ДПС закупили 40 терминалов для безналичного расчета. Штраф за нарушение, где нет пострадавших или водителю не грозят серьезные санкции, вроде лишения прав или тюремного срока, можно заплатить сразу же. После того, как инспектор выпишет постановление и занесет его в базу, водитель сможет погасить штраф с помощью карты любого банка. Таким же способом можно закрыть и старые нарушения. Достаточно будет остановиться рядом с патрульной машиной и сообщить об этом дежурным сотрудникам. Это для удобства водителей, чтобы производили оплату штрафов на месте. Также напомню, что у нас оплата административного штрафа должна происходить в течение 70 дней, после чего у нас наступает административная ответственность по статье 20.25 Кодекса административных правонарушений. Влечет уже наложение либо двойной оплаты штрафа, либо административного ареста в размере 15 суток.